Щит у него, он примет. Лапку бафните. Да, владей лапку. Поехали. Сука. Давай, Суза, с собой МК. А, мы два мага с собой, да? Ну да, мы два мага с собой. Вы умрете. Вы умрете. Ну слушай, скоро заклинание тут дальше. Блять, нихуя себе. Я сейчас буду ебать нахуй мобов. 6% в хосте. 3%, а не 3%. Снимите же. С меня снимите поблиз. Так, предлагаю неутомимо и собрать опять, блядь, танчика. Что-то какие-то слишком далекие перспективы. Да, опять еще далеко. А, Т4, то есть. Сейчас будешь сильно потом получишься. Давай мне напротик, это 4. Какой ты мне в душе хапал, не прото? Не знаю, меня уже воспекюер зовут. Чё? Звучит престижно, блядь. Престижно звучит, престижно. Это там, где 20 трейдов. 20 да. Трейдов. 23 уже? 21 статик будет, пойдёшь. Ха, ну точно, хорошо подметил, ты ещё лонир не залутал. Залутаешь, можешь идти. Успекер без Владимиров не берут. Блять. Что, собрался? Вообще, я пугарей ты видел, собираются волонирами ебать. Волонира нет, он нахуй не берут. Реворк сделать, теперь эльф бездны у ретриков джага не работают. Слышишь, у нового часть точно такая же хуйня будет слакаться, да? Только с критом, да? Типа, сколько там крита будет надавать? У гнома? Не у гнома, всего. Не у гнома, а у этого, блядь, у гоблина. Гопника. А у гоблина она как? Она именно шанс крита или эффект критический? Шанс. А, ну ты заебись, 6%, блядь. 6%? Ты чё такое? Что, это... дайте еще раз столик, который когда суманулся, он уже исчез. Ну слушай, на вульпере, я тебе скажу, хоста неплохо идет сейчас у меня. Ну, сакер, сейчас фаером посмотрю, сколько ДПС будет давать. Тыкните в столик. А есть рыбка-то? Сань, вульпер это большой волк. Ну не вульпер, варген, то есть. Тут просто. Так. Ставлю рыбку. Есть, у меня все. Ну, иногда. Маслица есть у кого намазать? Черт, есть у кого джипс? Сейчас, подожди, мне масло вот где. Есть, не надо, спасибо. Может, мне джипса поставить, у кого есть? У входа стоит, сбегай. Далеко как-то. Так, по этим самым, по меткам. Идеальный череп. Исполин, давай ты у нас в шапешке, ладно. Пока я сейчас погонов поставлю каких. Танк, это у нас в демоне, да, сейчас? Да. Давай танку крест. Эверхилл тут. Эверахилл. Давай ты на трусах. Так, клешни у нас на луне. Это кубики тыкать. Так, какую еще метку я не назвал? Луну и квадратик.
почту можешь кто-то поставить? На луне Кришна. Да, ты на кубик садишься. На трусах. Поставил почту. На черепе у нас идеально. На крестике у нас Тенку. Квадратик свободный, меточка. Ты у меня крестик правильно поставил? Ты сейчас да, Тенку, крест. И еще какой-нибудь вагончик нужен. Какого-нибудь кого отправить. Давай, цирк, потыкаешь в кубики? Хорошо, ты шаришь, как сделать это или нет? Все, хорошо, цирк на кубике. Все, давай серчим акулу. Хрипа ты первый бомжей сдашь. Второй нютонимы, третий лос. Все, добавим пул. Скажу, когда секунды будет. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Удачи. Бомжи, первый. Второй бомжи. Совы, можно в рейд встать, пожалуйста? Совы боятся. А нахуй надо, ебать. Ну, правильно сделать. Лестница сюда быстрее. У танка времени у меня хоть просто есть, за затаунить. Цыкнуха улетает из рейда. А-а-а. Ля, слушай, перекинь меня в первую пати. Чё это? Тебе 2% ловкости не надо? Мне нужен, мне крит урон и этот, прок 2% силы профит не будет. Ладно, я тогда изгорода себе закину. Вупком, блин, вот мухан туда, лагила нужно. Тебя ханту надо было? Не, меня наоборот, корку этому. Меток на кубах нету. Ну что? Ну, запомнили, что надеюсь. Помнит, наверное. Каску по магу быстренько. Сейчас, да. Сколько там? Сейчас я скину рекаунт. Прочекаю свой DPS. Гарик, сколько ты давал на сове здесь? Слушай, я не смотрел. Я не дамажил уже вообще. Я на кубе стоял. Не, хоть раз дамажил? Ну, я не помню. Сейчас на полдали. Кто на ближнем кубе тут справа стоит? Ну, я конечно. На Эле. Мелики, аккуратно в луже стоите. Прохил Мелизону. Блядь, ну выйдите вы с лужи, чё вы... С лужи выйдите, алё, блядь! Просто отойдите немножко. Клешни, прохил, прохил, клешни, 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 клешни. Кто-нибудь в квадратик а тыкните. Я тыкну. Бля, вы 6 секунд с лишним стояли. Хорошо. Не, там дотка лежит. Сейчас адресом, ведь после кубов идеально поднимешь клешни. Диана поднимешь клешни, Гуша поднимешь цирка, Удифюри поднимешь кнопки. После кубов? Гер, да, после кубов. Гер, дайте. Бля, в натуре ДБМ слить. Пожали. Ну, тут никто не нажимал, сейчас бывает, но лись я нажал. Если кто знал, что нажмёт. Его нажмёте. Бэрр, знать? Опсик, скинь. Он под ногу кинул, бля, ебаный рот. Да хильте вы бета, блин. Кинроки, отойди, жал. Пожалуйста, из лужи. Кинроки, блядь. А где лужи? Я её не вижу.
Кинжроки и лоску получается. Под жопой. Восстаньте в уголочек, вот туда вот здесь. Но. Лос, ты запарил урон получается. Блять, на тебе боб. Готовься сейчас к откидыванию, по кубам стали. 10 секунд кубов. Трещин, готовься, тыкать кубы. Сейчас откидывание, после откидывания кубы. Пожалуй. Не держите до конца купана. Пускай, опустили. Вот ты, блядь, сука, где ты стоишь, нахуй? Станьте в одной точке, блядь, и ебошься. Если я не буду отпускать куб, я умру. Не-не-не, я знаю, как она была. Не надо ничего. Пускайте просто, когда у вас мало хп становится, и все. Потому что я тут двоих. Блядь. Вам гореть нравится в луже? Вышка через 5 секунд будет. По кубам встали. Цирк снова горит. Опустили. У меня больше рейд бафует, чем я себя нахуй. После откидывания по кубам становитесь. Сейчас что, 30 секунд еще до стучки. Молодец. Сейчас будет тайминг сбивается после переходки. Лучше перестраховаться. Пять секунд пишет. Ждите пока. Клешни, ты где находишься? Нажали куда? Нажали. Я уже нажал. А, не нажал. Сарчик. Блять, там такой охуенный трай был, мы его проебали. Не знаю, я вообще обычно в таких ситуациях. Вот лужа была в самой жопе босса, где нужно стоять миликом. Надо просто отвести босса было. Ну, по-хорошему, блядь. Она была прямо в центре босса, лужа. Я не знаю, как вы получали урон, почему не получал тогда... урон хрипаты, дедбоди, вот все эти никто не получал урон. А роги, блядь, получали урон. Вы получали урон на протяжении полминуты, блядь. И после этого потом еще умудрялись получать там урон. Охотник каким-то хером ММ там урон получает от лужи, блядь. Саньте возле стенечки кастеры тоже, блядь. Ну, если вы будете стоять в огне, я не буду вас хилить просто и все. Нет, там они могут одну получить дотку и все это. Ну, раза два, ладно, я понимаю, но не так стоять на похуй. Так она долго висит. Секунд 15, наверное. Огонь лежит еще дольше. Все, по меткам встали, все. Ой, по меткам говорю. Сейчас рыбу ставлю, встаньте все сюда. До 8000 ДПС, хуйня. Кушайте здесь рыбу, ребят. Кто там еще бегает у нас? Лост-то тут? Лос.
Да-да-да, здесь. Руки мол. Сыр квадрат. Ты на квадрате, цирк. На луне клешни. На крестике... На квадрате я Эйлер тыкаю. Нормально. Я всего босса тыкал. Квадрат. На крестике этот... Тенку. На черепе идеально. На тусах или... Ну, короче, шаман еще один. Лапу дайте. Кулак порогал. МП5 бафните. ДК тоже дайте. ДК здесь точно стоишь. Все, чину. Порошок что не хватает? МП5. МП5 паладина. 4 паладина. Я Эльер. Каски раздавал. Эльер. Жду, пока покушаю Dead Beach и Лос. Мозги не ебись, пожалуйста. Да ты бич, блядь, что ты горишь? Все, выдох. Все готово. До бампа вообще. 5, 4, 3, 2, 1. Пол. Я эсов хилить не буду. Они у него рейс стоят. Я тоже, я боюсь. Боимся мы здесь. Какого бомжи остались? У вас есть. Давай, бомжи. Сова, откинь этого. Ну, блядь, ты кастуешь, блядь, что ты кастуешь? Еще бомжей давайте, кого есть. Грипните там элементаля один там. Угу. Грип дать. Пусть там не брошит. Вы думаете, что ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно? Тебе казалось, что я слаб, мягок, но кто из вас... Что-то я мало дамажил. Предыдущий трай почти первый был. В эфире касочку все разбафили. ДБМ сломался. Такая там старта. Спасибо. За 5 секунд там начните помогать. А мне ДБМ не показывают. После первого откидывания по кубам сразу разбегайтесь, потому что у меня тоже ДБМ слезло, что-то не показывают. После уже кто-то вам показывает. Великий, горите опять, аккуратно. Прям под боссом, блядь, уже. По кубам ставишь, ждем команду нажать кубы. Лос, встань в стену просто и стой, внимание. Клешни, ты где? Ты сейчас опять нахуй проебешься. Алло, блядь, Эдуард. Стоит. А, все, вижу, все реально. Геру дайте. Геру. Держим. Отпустили. Блять, по 35 кахили. Охуеть.
Я не знаю, Клешни, тебя поставили, стоя ФК жду и все. Прожимаю, в чем проблема? Сейчас откидывание будет и кубы по кубам стали. Жим команду. Нажал. Отпустили. Подхиливаете, если хотите полностью что нажали. Ну, все хилы задействованы, норм, так что. Ничего страшного. Ну давайте еще два раза могут нажать кубики. Я и так тут двоих держу. Была бы еще одна частица. Паладин был бы монстры. Ну, и два волонера. Частица вторая, это в Пандарии добавилась, вроде как, если я не ошибаюсь. Чего, у тебя в Т5 будет нормально? Я знаю. Даже до Т5. Но... Не развалимся, наверное. По кубам ставим. Возможно, успеем перевести до фазы. Пожали. Держим. Чуть не сдох. Нормально. Вы умрете. Еще один раз мы будем нажать кубики. Вообще не хотите от кубика на меня есть. Блять, не пожалел то, что Вульперу себе взял, конечно. На хила? Приятное ощущение. Я вот думаю, ну, мне кажется, еще и ворги нормально, слышишь, блядь, 3% скорости на хапала. Тоже норм. Мне крит. Хасту-то я доберу в любом случае. Ну, это может в дальнейшем, не знаю. Ну, ты просто можешь игнорировать кубы и стали по кубам. Просто игнорируй эти самые сакеты на скорости, интеллект, забивайте и все. 6% это очень много. Готовьтесь, ребяточки. Успеем так. Жаль. Успеем. Пускайте. 8 тысяч последний удар. Оптикс, хватай вот эти. Дракон. Если никого не надо будет. Дракона можно этот ролить? Ну, парол. Ну, в смысле, прямо сейчас. Нет, отказывайтесь. Киш поменял курс. Хилы кому-то надо, это трине? Хули пау возьмется. Залупа. Просто рольте. Недостаток. Че, кто уступит мне красавчика? Никто не уступит мне красавчика. Ну, гудлику так, не надо. 80... Мне кебаб в прошлый раз подарил. Ну, мне никто ничего никогда не дарил. Я недостоин еще. Мне так бы хочется начать, как девочка, ну ей-богу. Типа, я тоже хочу дракончика. Не, просто он прикольный. Я знаю. Шо, кто там забрал дракона? Абдулай, дай дракона. Тринка хилы. Сам как дракон, да? Кстати, Аршан, будешь забирать хорошую треню? Так, а почему тебе приору ноль? Ты же был с нами в ВК. Так я и была у вас и в 25-ке с вами где-то еще была. Прошлый, кстати, был. А, это не тот шуман. Так, ну что тогда верхил ГЦ? Так, подожди, а там же ваши. Исполин это меньше П. У тебя Ршам. Ршам играть будешь у нас. А типа...
Кстати, утешение это хуйня или стакаются? Зря ты не берешь эту триньку. У меня вторая тринька на хосту. А. Я уже стак. Шоп 2 отдашь мне? Охотник, ДК, маг, чернокнижник. Нет, то мой мимой. Ввести Адам. Не, не знаю, что ты дуат не пошел на ДК. Если Т4 нужны, на ИК бы пересел бы на рогу. Короче, Абдула игнорит меня, я понял. Глава мастери дома, колечко топовое. Сань, там лос сролил, если чё, тушку. Кто? Тушку, лос? Да, он мне нечаянно, точнее, он по-русскому мне FPM написал, короче, ролл. А, ну все, по приору вижу. Потом ты мимо снимай цветы и загадай. Так. Колечко я себе заберу. Что ты мне написал, я не вижу. Чё, пошел ты в пизду за 15 тысяч, блядь. Маунтом, блядь. Подотрись им, блядь. А что, вы их маунта продаешь, что ли? Я вам сейчас, блядь, обнулил нахуй. Пирор, блядь. И на Локи, блядь, и на всем, да, Абдулай? Хуел, блядь. Пиздец, с гильдийцем, блядь, жидит, но его охуе, блядь. Чтоб заездил, сейчас показал ему, понял, блядь? Я же так сделал на X2, блин. Так, не помимо ГП сейчас снимаю. Вон Эйлер вообще кибоб бесплатно отдал. Так, а это тебе начислял. Ты там сердоли повыбивал, вот продавай свои сердоли 13 штук, ну. Вот тебе 13 тысяч. Так, сумочка. А за 15 тысяч ты можешь... Я ж вонючая. На стол сесть, нахуй. Деревянный, блядь. Суманти, короче. Пиздец. Я что-то все сижу, думаю, вот на демона, какой, блин, красу брать? Да какую? Никакую не бери, блядь. Человека бери. Ну да что там человек? Ты без полетки же? Что-то я не понял. Лос ГП дали, а шмотку не дали. Сейчас да. Дэдбоди, ты без полетки? Шмотку не утомим пока. Хотя надеюсь, я не занюхал ее. Так, сейчас смотри, есть вот такая вот у него. Это лужа, которая разливается. Ну, возьми меня в эту, в ассист. Эллер, слышишь? У кого? Порошочек, ты же мне писал, блядь. Да-да-да. Вон, смотри. Вот такая лужа кидается. Что он дает? Ну, увеличивает отхил. Я, наверное, эльфа буду брать себе. Эльфа? Да, дают два хосты. 2% хосты на шамана. Ну, шамана ресается. Ну, мана мне не особо важна, но вот 2% хосты. Так у меня мана тоже ресается. Типа. Кстати, кто, по вашему мнению, вот на кастеров прикольный? Жена, кому что надо? Вот мне орк понравился с вот 20% шансом. Ну, вообще, мне кажется, Орда, мне кажется, лучше по этим остатам. Да, рвоту. Прям вот их, прям набафали, прям конкретно так. Мне, кстати, сегодня танк ГДК спрашивал. По-моему, правильно сказал. Кто лучше ему будет, гоблин все-таки? Потому что, ну, типа, мы что-то с ним сидели, читали. Но пока гоблин получше, типа, смотрится. Эридар. Меридар? Там у него резы. Сколько? 40 резов, по-моему. Пассивно. Да. Да.
Ко всем школам магии. У эльфеек прожимки на скорость сопротивления. Жестко. Да, мне повезло, мне рок на альтельфин. А чё повезло, снова халем ревес. Сейчас они, кстати, добавят опять то, тех, кто поменял. Может, бесплатно еще раз сделать, да? После этих испарений. Ну, вроде 2.25 как голды, как вот говорим. Нет, ну вот... сейчас они же убрали НПС, сейчас они что-то переделают, но, возможно, еще раз будет нужно бесплатно. Ну, возможно, возможно. Как раз портечка сделаю себе. Оптикс это 35 вылетает под 7 бурстами под крыльями, под тринька, под лужи, короче. Я на форуме читал, что у некоторых после рераса маунты пропали, ачивки пропали, там, у ренегатов. Может, поэтому Невер молчал? Ачивки пропали? Ну, это было бы обидно, блядь. Ну да, там ренегаты в основном, у ренегатов там что-то лагало. Так, ну там имя двоих. Это самое, Войд троих левых. Начинает бой Войд. Исполин 2 НДС. Кинешь по мишке зубы перед пулом. Так, дайте так. Лос пузо. Как лос ко мне обменки, да? Да не убьют не ссы, там, блядь, паладинов 5 штук в рейде, 4. 4 капли по очереди дадут и заебись будет. Где шаман наш? Еще один. Ода стоит, Винс. Секунду, я здесь. Одну секунду. Быстрее. Не, будь в ДД. Исполин спекнулся в ДС. Исполин и есть ДС. Че на пол? По банам первый, второй, третий кто? Давай первый Нейл, второй Карл. Шо, где наш шаман? Шаман, ты где? Алло. Лечу. Больше одной. Так суманите, дайте шкаф. Да вон тут. Ну там тут вредно. Но у входа стоит. Все, тут уже. Так. СУЗМК. Так, неутомимый, да, двух танчит? Да, двух неутомимый. Значит, Кинрок и Клейшн напуливаете крест в этого неутомимую. Ханты напуливаетесь в возочку, в Води Фьюри, в мишку. Он слева стоит. Ханты, надеюсь, услышали меня. Вообще на... Герус Пула. Да, Герус Пула. Все, ДБМ Пул, первый пуляет Води Фьюри. Блять, пошли. Геру дайте. Да, Геру дали, фуги просто. Ну не рвите. Там Эльр станешь там. Я двоих танков подгружу. Моба. Гуша залей и... По паршочку винер залейте. Я сыграю, это мимо похер. Можно бафы по шуману дать? Сейчас не могу. Я войд не смогу. Блядь. Смотри, чуть-чуть нахуй. Я вообще могу соло хилить остальные на рейде. Отвезите короля кто-нибудь. Ну ты мимо, забери короля, отвези его нахуй.
Играем по звездочке. Отреду, кто-то учу извините. Интересно, кто топовый хулипал на сервере? Я. Карнес. Я. Да, Карнес, ну да. Кто топовый ноющий хулипал на сервере? Да, топовый ноющий хулипал, я да, согласился писать. Кстати, ушел он ветер дует, но они же никуда не закрывали, да? А? Он же вроде ушел ветер дует. Нет, он в Мордор ушел. Ага. А, это я Валька бил. Гейминер по шаману. Кто? Валк ушел ветер дует? Да, это я Валька с Гейминером закрывал. Сейчас уже мана не нужна, вам сейчас никого не убьет. Я поздоровался, просто как дела, блять, молчит, так ушел просто. Чё, красочку, блядь, надо. Чё, слышно, как А, мы сегодня, короче, с Абулой были на Толгороде с Гудликом вместе. И еще с шаманом. С нашим. Элви будет так. Ох, ты понимаешь, что меня хоть иногда по имени называть? У меня нормальное имя, Таня. 4 буквы. Это, ну, типа, не сверхспособности. Хорошо. Его запомнить. Танюха еще. Танюха длиннее сына. И вот увидели, короче, Велка. И я как загорелся, мы его, короче, шоттали. Там надо было его потуннелить, постоять. Я думал, кстати, то, что это Эльвира тебя зовут. Странно. Просто Эльвира, она повелительница тьмы. Ну, типа. Так. Это грудастая брюнетка такая, да? На тебе, обдувай, постой на месте пока. 10 секунд. Да. Бинер, дайте бинер по сузе кто-нибудь. Или отбичу надо, да? Не, не надо. Инеров, когда он сузи, 2 инера залили. Давай, Кавараджа, догоняй. А сколько стаков вспышкой накапливает? 4? Фир и крутилку неплохо. Давай оптик сбей. Или пуха не упадет, нахуй. Капуха, бич на руку, блядь. Ща пуха упадет, бей, дед бич. Ну все, смотри, вот ты не бил, сейчас пуха не упадет. По-любому пуха упадет. Не, если бы он сейчас бить начал. Упадет. Да не, все смотри. Ну на Юру прих упал, значит пух упадет. Упадет, а туда давно не падает, блядь. Потому что я Ванга сегодня. Она либо отсюда, либо с королевы. Либо через неделю, блядь. Вы понимаете вообще, что Т4 у шамана 5000 хпс дает, блядь? Молот на упади. О, молот, ГЦ. ГЦ, Олег, ГЦ. ГЦ, ГЦ. Ой, плечики, ну прям вообще шикарно. На те, которые нужны. Теперь на череп ты не конкурент. Пошли, хилы. ГЦ тебя смолот. Идите, да. Блядь, 900 нахуй, ебаный файер, блядь. Дэдбоди даже. Что ты мне вчера рассказывал, как ты будешь разъебать? Чё? Дэдбич, тебе второго еще. Могу на круле, да, разъебу тебя, блядь. Сейчас вторая пуха упадет. Завтра на груле дал. Блядь, сколько у серка здесь? Смотрите, сейчас еще и топор упадет. Да топор. Сейчас сделаю себе гопника, блядь, охуеешь. Я уже охуел с 9000 на короле. Эллер, сейчас посмотрим на вальках. И ВК будет, когда кто-то сгинется. Ну, согласен, мало. Или на этих на вальках сейчас бабычки. У тебя просто крита много, а СПД мало. У кого? Ну, пока да. Меня. Потому что без СПД толку открыть. Дэдбич, а я тебе еще 1.5 часа назад писал, что упадет молот. Да там, это самое, Дэдбоди там написал, типа, подкрутите там это самое. Ну я бы не стал. Нет, просто Вовбро поймал админа, закатал его в бетон, блядь, мостом держит. Что подкрутил ему, блядь. Запа надо кому? Зачем просто кинул в миксер?
Его там колбасил. Он говорит, хорошо, блин. Не буду 10-й КД подряд держать, мол. За бесплатно возьму. А, сейчас. А чё никто не берет? Охотник может качать нужен. Вот жадина играл. Чё, ну это последний кусок твой, да? Угу. Всё, красавчик. Да взял бы оптик, смотри, у тебя же кузнечка есть. Иди спылить некому, да? Сейчас я попозже. Эта хуйня по 180 тысяч хит, кстати, я когда спутал, поверил. Так что ты, Нео, будешь играть? Не в ВК пойдешь с нами? Да, наверное, похожу. Что-то я смотрел, что-то загорелся чуть-чуть. Загорелся. Ты еще опять пропадешь? Ну, конечно, загорелся. Юра, слышь, а что ты не в Т9? Что ты Т4 будешь? Ну, потрясти его. А ну, что ты в Т9 критаж заебись дает, 10%. А я посмотрел, блядь, я там потерял 3% СПД, зато я... Ой, 3% крита. Это хуйня. Нет, так у тебя там щиток капается и 5 крита дается с этого сверхбола. Блять, это хуйня там, короче, я уже проверил. Здорово, народ, чё, как у вас дела? Пока, да. Загрули вайпы. Это второй? Это уже второй рейд? Да. Да какого чё? Джимса, дайте, пожалуйста. Кубо, привет, целую тебя в дёсны. Здорово, взаимно. Ханты на ДК, роги на мишку на поле. Кубоп, мне не отдали дракона, угадай кто. Гудлик. Бля, души его. Говорит, за 15 тысяч продам. Я говорю, подтерись им нахуй за 15 тысяч, мне. А чё на пол? Это бесплатно. Угу. Рыба, включи, пожалуйста. Чего не хватает вам? Живс можно поставить? Ну я падал, вообще ничего нету. Живс. Кушайте рыбку. Рыба есть. Живса поставьте. О, неутомимая, можешь мне с пулой серию ебануть? Ты, короче, вторым держись за мной, пожалуйста. Да, вот и Фьюри начинает бой, второй держится ДК, ДК аккуратно. Мелики не врывайте, дайте пусть танки урегулируют, кит свой. Куча на пол. Аску, пожалуйста, по локам. Можете нормально врываться, только роги на мишку на пульте, а два ханта на ДКшку. Абдулай готов? Все, все готовы. Добавим пол. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Ничего не знаю, Элер, ты до этого. У тебя классом был. Не, я тебе говорю, если я тебя обгоню, типа. Да ты забей, ты и так обгонишь, блядь. У тебя цепнуха два раза ебаешь зачем. А ты тоже себе ульт раздел, да? Шаман. Не, я, наверное, эльфа сыграю. Там хоста и мана будет. Ну, ульпер дает... Ой, не ульпер, а этот воргин дает 6%. 3% хосты, кстати. Очень хороший. Если вы хосту хотите. Воргин ману не регенится. Ну, это да. Бля-бля-бля-бля-бля. Что такое? Оптик зажал меня. Пиздец. Между двумя бесами. Между двумя дырками? Бесами. Я думал, что персы стоят, а там бес. Гера. Ну, падла не культурит. На скольких стаках сегодня убили? Кого? В руля. Не как в тот раз. Да, не как в тот раз на 20. Нет. Так это угорит, бля. Так, кто смотрит мой стрим? Понятно, один кибок. Ну а шо? Ты будешь рераз делать, кстати? Таурена все в говне. Шо, на кого?
Ну, типа рераз вышел. Уже? Да. Да, сегодня. А ну, сегодня ночью топ? НПСики добавятся потом. А кто топ? Ну, хз, тебе, не знаю, наверное, тебе на тейфу надо брать. На лайки. Для кого именно на тейфу? Для демона лайка. Для демона. А шо он там? Где посмотреть? Да выйди в главное меню в создании персонажей. Я тебе... Да, в создании персонажей, я тебе скинуть могу. Или, ну я лучше так смотрел, так более понятно. Я тоже смотрю. Так, сейчас сколько там открыто? Ты его в бро также будешь, дворф? Да, даже пока пофиксит. Между дворфом и человеком сейчас небольшая разница. Пофиксит по-любому. А на форуме тема по-любому есть? Да, она давно же. Бля, я забыл прожать этот. Сорян. Скинул темночку. Я думал, он шел хотя бы. Где-то темы стоят, а, блядь, думаю, что, блядь, не ДПС магу. Кажется, темов не говорят. Что ты ХРМ по 4? Нихуя, я в прошлый раз 9 хуем дал по ДПС. А что там сильно этот метеор бьет, кстати? 30 тысяч. Что-то выдохи. Странно, тут ДБМ показывает у меня все. Дай дракона. Бибаб, будет табулу на нем катать. Бибаб, ты тут? Да. Вот ты мне в прошлый раз дракона просто так отдал, а тут Гудлик зарубил. Ну, Гудлик, понятно, 15-ка. Сразу. За ведро картошки. Так и за ведро картошки, да. Да не, наверное, за 3 мешка отменной гульбы. Меч не выпадет кастерский, да? О, ноги. Ой, клешня, мне ноги нужны. Это кто там такой радостный? Ноги, блядь, четвертый кусок, я думаю. А мне ноги. Так, надо кому эти херня? Они без сокета. Они порежут хасту. Блядь, четвертый кусок. Зоркий. Четвертый кусок. Зорки. Четвертый кусок. Бля, Суза, ты рели нахуй тебе не нужны? Блядь, ну ёбаный в рот нахуй. Пиздец, блядь, я столько за ними шёл нахуй. В смысле меткости нету, у тебя посох две дырки, блядь, хороший. Нет, так посох две дырки лучше, чем это. Конечно. Пиздец, блядь. Так тебе в аркане надо сколько? Тебе даже 8 надо. А там меткость, ну там меткости нету, блядь. А мне меткости перека, блядь. У тебя там одна дырка в посохе, две. Что ты вообще? Все, да блядь, кинули. Не буду брать. Бля, съебали вы нахуй, сука. Что нахуй с нролом буду брать в следующий раз? Будете сами ходить в рейд туда. Ебало, блядь.
пятихатку заметим. Слушай, тролль теперь постоянно себя по 3% крита? Чё? Порошочек, блядь, не души надо взять. Дай чуть-чуть кусок. А ты только ушел из тролля, да? Вот, смотри. Ну ты по-братски, я с тобой буду ходить куда хочешь, блядь. Это вот просто вот какой раз, нахуй. Сколько у меня кусков уже? Так мне последний, мне последний. Единственный четвертый кусок. Меня апнет очень сильно. Не, просто у тебя как бы твинк, у меня мейн. Ладно, Бьерн, отдавай кинроки. Вкусно. Сюда тебе здоровья, детей красивых. Только не отшел. Чего? Сами портал. Заебись, блядь. Что-то я не понял, как работает. У кого тролли есть? В следующем КД нахуй будете сами ходить, мои вот, пизду, да. Куда? Прыгайте по полу. Прыг. Ну, заебы, конечно же. Да не, чего ты сам. Я просто с целью одеть твинка. Да, я одену твинков, буду водить обратно, не переживайте. Я просто хуй когда-то капнусь. За таким приором ты ебаный взлетел, блядь. Да, конечно, не апнешься, потому что мейн персом в ВК ходит, а всякие рейды. Да, я знаю. Чем могу помочь? Так, мне нужен... Абдулла идет на замену, бро в рейд, так, еще один кто на замене, хочешь почилить? Я Рогу могу почилить. Нет, ты дамажить будешь. Хуй ты пойдешь, понял, блядь. Сейчас я эту далеку закуплюсь.